Яичница в тесте фила. Натрите сыр на крупной терке. Разложите лист теста фила на столе и сбрызните его растопленным сливочным маслом. Сверху положите еще один лист теста и сбрызните маслом. Посыпьте поверхность теста творогом и сыром. Края теста соберите к центру так, чтобы получилась форма гнезда. Положите изделие на противень и разбейте в центр куриное яйцо. Отправьте изделие в разогретую до 190 градусов духовку на 10-15 минут. Приготовьте заливку. В огнеупорной пиале соедините щепотку соли, кунжут, хлопья паприки, кориандр и черный перец. Залейте раскаленным оливковым маслом. Дайте специям настояться и полейте готовое блюдо.